Машите руками, что машите руками, улыбайтесь. Вот не так, вот так, Ларисина. Колька, ну а ты не можешь помахать руками? Микола, артист. Музыка оттуда, с того домика, понимаете? Душа. Как они нам дадут усиление. А ты нажал запад? Бугаи. Интервью. Есть ягоды, бугай. Нас не надо, нас просто пропустить. Острых пальцев пока не буду. Покажите, я буду знать, какие будут 7 ситуаций. Это она хочет показать, я не хочу. А я не удивлюсь. Вы ее специально снимите. Будет смотреть, интересно, чьи результаты. А тогда вы нам придете показывать наш выпускной. Вот что ты сюда захотела занести. Детей в саду. Я говорю, в каком порядке? Так он говорит, в таком порядке, что, ну, как сады, чтобы легче в ней было. Мне кажется, не нравится. Первый, второй, третий сад. Но третий сад не выступает, поэтому мне кажется, второй. Почему третий сад? Не будем футбол глядеть? А что мы будем глядеть? Мама, дух один. Мы
Обменять. Я садись, они же. Сидят с ней. Правильно, для объектива, да, попросили, чтобы тебя довели. Не главу. Видим, смотрите. Тебе уже сняли, ты уже попал. Другая машина. Давай, чтобы ты ее не потерял, давай мне. Владимир, обратите к нам. Как вы работаете? Если будет прохладно, ну, пускай скажешь, поближе сюда садись. Хорошо? Вот. Девки, можешь... Не, сюда, я сюда ходить. Вот сюда, на желтенько. А вот стоит. А вот с рыжей. С рыжей. С рыжей. Я кстати, я тоже там себе сгибаю. Хорошо. Владимира или хотя бы все детки, которые поют сейчас тушки. Она же одна лист поет. Надо ручки махать, стесняемо. Хорошо, что будешь. Как ручки махать? Правильно. Смотри, Наташка, сейчас будет снимать. Детки, ручки. Детки, вот так ручками помашите, вот так. О, молодцы. Молодцы, улыбайтесь, Весело детство. Мы кормили вас. Катюшка. Так смешнее. Хорошо, что не жарко. Ивановна, туда, туда. Ну что так вернулась? Это ваша. Девочка, я тебя люблю. Вот его не было. Чего? А, там не с интерната, поэтому мы хорошо выглядим. Да? Да. Извините. Что это?